В поселке Красное Селко активисты разрисовали забор, а также жгли шины и фаеры возле дома мужчины, который неделю назад застрелил хаски. Инцидент произошел 12 февраля. По словам 52-летнего мужчины, он выстрелил в собаку из пневматического ружья за то, что та задушила его курицу. Кому принадлежала хаски, он не знал, но сказал, что собака нападала на птиц и его соседей. Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Зооактивисты в своем видеообращении заявили, если полиция не будет расследовать такие преступления, то они сами возьмутся за живодеров. Такой вот облегченный вариант суда Линча. Мы передаем привет всем живодерам и убийцам животных. Если не будет работать полиция, будет работать улица.